Здравствуйте! Сегодня я приготовлю котлеты в духовке. Рекомендую подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Хорошо охлажденное мясо. Я использую свиную лопатку, но подойдет говядина, курица, индейка или смесь разного. Пропустить через мясорубку. Сетка с диаметром отверстия 5 мм. К фаршу добавить соль, тимьян или другие травы по вкусу, сухари из белого хлеба, пассерованные вместе с морковью лук. Тщательно перемешать. Вместо сухарей можно добавить обычные овсяные молотые хлопья. Еще раз пропустить через мясорубку. Ссылку на плейлист с рецептами из мяса и птицы оставлю под видео. Фарш поперчить по вкусу. Добавить мелко натертый и отжатый от сока кабачок. Все тщательно перемешать. Фарш получается не жидким и хорошо держит форму. Сформировать заготовки и выложить в силиконовую форму для маффинов. Перенести форму на противень. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 30 минут. Котлеты сразу подать. Они получаются сочными и нежными. Как вариант, котлетную массу можно запечь в большой форме в виде мясного хлеба. Только учитывайте, что времени на запекание понадобится больше. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».